Внимание! Мы получили координаты возможного местонахождения Аль-Асада в столице. Первый батальон уже был. Данные, полученные нам, свидетельствуют о том, что в распоряжении Аль-Асада находится российская боеголовка. Время не ждет. На место высланы отряды по нейтрализации ядерной угрозы. Силы морской пехоты и истребители нейтрализовали ПВО, но наземные войска Аль-Асада все еще представляют серьезную угрозу. Похоже, это наш единственный шанс. Мы должны спасти Аль-Асада и покончить с этой войной здесь и сейчас. Всем приготовиться к бою! Так, плюс всех канале Ардон Гейминг. Продолжаем проходить на лыжи, потому что уже ремонтер. Пират, говорит Палач. Мы нейтрализуем крупные цели. Все нарушители получат СМК-19. Ну, постараемся. Да не стреляй, да? Внимание всем! Вражеская бронетехника в Пальмовой роще к западу от реки. Так, мы попробуем попасть. Либо идти просто. Мы попали под обстрел. Давай, 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 валить. Гранатометчики на крыше. Легкий бронетранспортер. Огонь, как там? Я вижу пехоту, будь на чеку. Пехота тоже. Все перебили.
Опять зарядка. Спокойно. Не стрелять! Не стрелять! Так, чисто вроде. Союзники на втором этаже! Повторяю! Да. Вы на втором этаже! Так это вы должны нас забрать! Задание выполнено, капитан! Уходим, пока они не перегруппировались! Говорит палач. Заправил. Готово к бою. Ну как, мальчик? Закончили? Да, черт возьми! Прорвай. Выходим! Вперед! Вперед! Сейчас тут не зарезать, наверное. Так, вот, но... Пистолет! Почему ж ты пистолет не выбрал-то? Ух ты, он уже меня ждет. Фу. А куда все дели? Нормально. Так, нам сюда. Нет, ой-ой-ой, не убивайте. Зоне посадки, живо! Это не минус. Вперед, живо! Давай, 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 давай. Переходи на МК-19! Принято. Пират, внимание, у нас опасная ситуация, прием. Хорошо, центр, конец связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Команды по ликвидации уже в пути. До подтверждения обезвреживания всем отступить на восток. Конец связи. В меня попали! Хвостовой винт поврежден! Как в черном я тебе не Сот, говорит палач, терплю бедствие! Терпим бедствие. Кобра уничтожена, повторяю. Кобра уничтожена. Давай, ну спасите. Палач, говорит пират 2-5. Как слышите, прием. Центр, вижу место катастрофы. Из кабины летчика ведется огонь. Запрашиваю разрешение приступить к спасательной операции. Прием 2-5. Внимание. В случае взрыва вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Лас понял. Мы знаем, что мы делаем. Давай, внимание, 2-5. Если можно, спасите пилота. Конец связи. Палач, как слышите, доложите обстановку. Прием. Я здесь. Китинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. У нас 90 секунд, Джексон! Уводи пилота! Давай, давай, иди. Мы ничего здесь не оставим! Джексон! Вытаскивай ее отсюда! Прикрывайте, давайте меня! И возвращайся к зоне посадки! Быстро! Давай, давай, давай! Отправляйся к Синайту! Больно! Мы их задержим! Живее! Лейтенант Васкис, говорит пират 2-5. Самое время убираться отсюда к чертовой матери. Пират, говорит центр. Опасность ядерного взрыва в столице. Держаться на безопасном расстоянии до дальнейших распоряжений. Вас понял! Уже в пути! Вперед, живо! Дамы и господа, говорит ваш капитан, скоро будем. Держитесь. Джейк, жми на максимум. Внимание всем войскам США. Ю. Подтверждена опасность ядерного взрыва в городе. Команды по ликвидации пытаются обезвредить устройство. Повторяю, подтверждена опасность.
Отправляемся в Азербайджан. Да, сэр. Говорят, в это время года там просто чудесно. Комаров или это... А, нет, ты вовсе не понятно. Аль-Асад в деревне. Сепаратисты защищают его. Отлично. Выходим. Вот рвы. Нет, рвыки выкину. Да что ж вы делаете? Что, черт возьми, здесь происходит? Это сепаратисты. Они убивают мирных жителей. Это ненадолго. Сейчас мы их поубиваем немножко. Ой-ой-ой, не вышел. Больно.
Пробираемся. Не пробираемся. Уходи оттуда. И ты оттуда тоже уходи. Если я выживу, то вызову наверх. Куда нас палят? Докладывает Путин 2-5. Мы в пути. Авиаудар по сигналу. Веди авиаудар. Да блин! Докладывает Мосин 2-5. Готовы к атаке, ждем приказа. Давайте, вылазьте. Ладно, ухожу отсюда. Ничего, сейчас мы пройдем дальше. Тихо-тихо. Красные бочки. Куда? Идиоты попал. Свои. Какое нам здание нужно? Нет! Здание чисто, переходим в следующее. Так, что там? Видишь, что ли? А вот. Какой следующий? Поведи, хаешь. Да не у меня же гранату.
Ты не занят, вроде. Очень чисто везде. Ну, по всему, да. Так, последний. Хотя, конечно, последний. Это сарай. Вот в нем как раз и сидит Алясад, мне кажется. По-моему, так и есть. Всеми разобьем. Давай, открывай. Запомните, Алясад нужен нам живым. От мертвого толку не будет. Чё? Так неинтересно. Ты зачем это сделал? Откуда у тебя бомба? Там Акунвара Адалик. Тогда кто? Там Акунвара Адалик. Кто? Говори! Имя! Мне нужно его имя! Сэр, это его сотовый. Кто это был, сэр? Захаев. Имран Захаев. Тогда я еще был лейтенантом. Выполнял всякую грязную работу. Чернобыль – настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много, включая и Имрана Захаева. Естественно, мы не могли всего этого допустить. Выкупить топливные стержни? Отличный способ массового уничтожения. Тогда наше правительство впервые дало приказ об убийстве со времен Второй мировой войны. Я служил под командованием капитана Макмиллана. Припять, Украина. Итак, о, ЧАЭС. Высокий уровень радиации, придется обходить. А сейчас иди за мной и тихо. Осторожно, здесь повсюду источники радиации. Нахватаешься чуть больше нормы, и ты покойник. Принято.
из фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке они нас не заметят. Мы не бродим, мы патрулируем. Зачем мы патрулируем? Здесь радиус 120. Убей одного, пока второй не видит. Слушай. Попадание. Хорошо платит им. Спокойной ночи. Пошли. Так, здесь больше никого нет? Не двигайся. Нас не заметят, если пойдем в обход. Внутри четыре объекта. Даже не думай об этом. Ну ладно. Жди здесь. Противнику машины. Принято. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Так. Вперед. Давай за тобой. Нормально так по. Вроде чисто. Ты слышишь? Кого? Вертолет? Вражеский вертолет, ложись! Оставайся в тени. Давай, пойдем. Там БМП впереди. А, ну это брошенный БМП. Грузовик. Это не вывозит отсюда, получается. Если что-то уцелело.
это... За мной. Подходи давай. Нас видят. Укрытие. Да откуда вы взялись? Как они спалили вообще? А скажи, кто кого видит? А, еще один вот. Прости, слово тихо тебе ни о чем не говорит. Идем. Нет. Тихо не для меня. Эй, Сьюзи! А? Вот как это делается. Вперед! Из-за радиации дикие собаки стали сильнее и злобнее. Не стоит их недооценивать. Не двигайся. Жди здесь. Да! Вот заплатят мне за все это дело. Куплю мотоцикл. Идем. Вот я тут в волю накатаюсь. Как думаешь, нападет на нас Америка, пока мы не сбили? Черт! Нас раскусили! Чё ж ты не сидел, может поставить? Сюда, идем. Я ничего не понял, что он хотел сделать. Да их там целое сборище, черт возьми. Приготовься. Двигаемся по моему сигналу. Следуй за мной. На посадочной зоне все чисто. Да, пусть... Стой! Здесь все чисто. Арбитр... Так. Вперед. Ползем, ползем, ползем. Выдвигаемся. Да не, не сюда. А, ой, снизу. Вон, смотри, грузовик. Используем его как прикрытие. Вперед. Я понимаю, радиация становится сильнее, чем дальше удаляешься от Чернобыля. Лайми, не хапимся! Только здесь тихо. Подожди здесь минуту. Когда они уйдут, выползай и следи, чтобы тебя не заметили. Терпение. Не наделай глупостей. Все чисто.
оставаться на чеку. Мы еще не на месте. Так, ну здесь вроде чисто. И вряд ли здесь кто-то был. Стой! Успокойся, это дикая собака. Песик выглядит недружелюбно. Держи дистанцию. Старайся не привлекать к себе внимания. Обхожу я вроде его. Спокойно. Справа чисто. Идем. Везде вроде чисто. Впереди чисто. Чисто. Я ушел. Давай, 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 давай. Фух. Вот и без вот тебя. Полиция. Бежали. Нужно срезать путь. Следуй со мной. Ты
туда бежать. Правильно? Давай следуем. Говорит А6. Нас раскрыли. Повторяю, нас раскрыли. Направляемся к четвертой зоне посадки. А6, Орлан в пути. Район Мирвин. 21-20. Не обманывайте. Какие вражеские солдаты? Это вы вражеские солдаты, да ей. Больно. И тут сколько там? Побежать на чуть-чуть или нет? Ай, больно! Что-то не подходит. Забудь о них! У нас нет на них времени! Нам пора к точке подбора! Это радиация. Есть попадание! Как нам не пробраться? Попробуй, давай, давай, давай. Мы за ними последовать не можем! Перекрыть все выходы и остановить их в парке! Прийти. Макмиллан, где ты? Давай, открывай, открывай. Отдыхай, песик. Чего ждем? Ты за нами лучше не бегай. И он теперь ушел серьезно. Съел. Давай.
Заходи в здание. Может, это их задержит. Что-то я не уверен. Подряди, вражеские снайперы! Они взрываются в здании! Вражеские снайперы были замечены во дворах между зданиями! Вперед! Вперед! Проходим. Беглецы у бассейна! Направить с ним группы А и Б! Нет. Больно. Пора уходить. Ну-ка, подвези меня. Тут все чисто. Вместо этого лучше вот этого. Где выход отсюда? Вот. Шестая группа! Обыскать здание к югу от города! Так, не сюда. Что у нас это раздевалка, это понятно. Ё-моё. Давай, проходим. Блин. Цель нейтрализована. Они направляются к парку! Разрушиваем подключение в третий сектор! Давай, побежали. А6, говорит Орлан. Ждем вашего сигнала. Прием. Наш вертолет ждет на безопасном расстоянии. Опусти меня за чертовым колесом. Оттуда я смогу вести огонь. Чуть-чуть севернее. А, вот там вот. Сверься с компасом и найди лучшее место. Здесь нормально. Забирай все мои мины. Пора пустить их в дело. Скоро враг будет здесь. Найди подходящую огневую позицию. Через 30 секунд я дам сигнал вертолету. Так, вот сюда еще надо. Сюда поставим. Ну и чтобы с этого вполне пошли. Лечь на снайперской позиции. А, у меня нет снайперки, нет. Я свою выбросил. Хотя по факту нельзя было. Так, спецназ не делает. Ну ладно. Ну. Можно еще пару таких мин подметим, если все так, парень, я активировал маяк. Удачи. А6, ваш координат получен. Держитесь. Конец связи. Вижу противника. Пусть подойдут поближе. О, как там. Огонь по моему сигналу. Открыть огонь. Чё, не залезли? Серьёзно? Попал! Так, ничего не взорвал. Что-то взорвался. Готов. Минус противник.
Больно. Последний патрон. Шесть километров. Вражеские вертолеты! Смотри, не погибли где-то там склад. Идем. Давай.